Привет всем! Вы на канале Аделина Сафина. Сегодня я буду готовить кабачковые спагетти. Получается вкусно, полезно, а главное очень быстро. Итак, я пошла готовить. У меня 2 кабачка, овощечистка, 2 помидора и 2 крупных зубчика чеснока. Кабачки я заранее почистила, и сейчас этой же овощечисткой продолжаю строгать спагетти. Это очень удобно и быстро. Строгаем до тех пор, пока не покажутся семечки. Середину кабачка я использовать не буду. Из 2 кабачков у меня получилось вот такое количество спагетти. Далее мелко нарезаем чеснок. Нарезаю помидоры дольками или кубиками. Для приготовления у меня все готово. На разогретую сковороду добавляю подсолнечное масло и смазываю силиконовой кистью. Закладываю помидоры и чеснок. Все перемешиваю. Добавляю соль, кориандр и итальянские травы. Перемешиваю и закрываю крышкой. Убавляю мощность плиты. Через минуту добавляю немного воды и снова накрываю крышкой. Оставляю тушить помидоры на 2-3 минуты. Перед тем, как заложить спагетти, я прибавляю мощность плиты на 7. Частями закладываю спагетти и быстро перемешиваю соусом. Сразу же закладываю оставшуюся часть кабачков. Перемешиваю на большом огне в течение 2 минут. Наша паста из кабачков готова. К этому гарниру можно пожарить филе курицы или индейки в сливочном соусе. Получается очень вкусно. И вот такие замечательные спагетти у меня получились. Если вам понравилось это блюдо, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Мне будет очень приятно. И всем пока-пока!